Динамика вращения диска галактики весьма занимательна и поучительна для всех, кто ей когда-либо интересовался. Конечно, в большей степени вращение звезд и газа находится под контролем сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. И, как показывают многочисленные исследования, скорее подчиняется ньютоновско-кеплеровским законам небесной механики, чем неведомому количеству непонятной для многих темной материи, чье присутствие начинает ощущаться только в значительно больших масштабах групп или скоплений галактик. Однако, кроме сверхмассивного черного монстра, на облака газа и звезды в диске галактики влияют и другие стороны, тоже посредством тяготения, разумеется. Например, межзвездные кучи газа, массивные шаровые скопления в высоких галактических широтах, то есть в гало-галактике. Они могут вызывать флуктуации в распределении скоростей звезд и другого материала по диску, что приводит к различиям в орбитальных скоростях материала и вызывает его трение и даже нагревание. Физика не просит и не ждет, она просто работает. И здесь открывается большой простор для фантазий и соблазн поэкспериментировать с наблюдениями в инфракрасном диапазоне, например, чтобы попробовать определить области локального нагревания газа в рукавах галактики, которые нельзя объяснить ничем другим, кроме трения о соседние облака газа. Картина получается довольно сложная, включает в себя построение моделей из множества частиц газа и даже гидродинамики. Но разве это когда-нибудь останавливало настоящих ученых? А нам, скромным труженикам, популяризаторам науки, остается только добавить еще одну галочку в свой длинный список интересных свойств такой многообразной, такой огромной и такой удивительной галактики, имя которой Млечный Путь. Смотря июльской ночью на тусклую серебристую реку, разделившую небо от горизонта до горизонта, подумайте об этом. Млечный Путь, река из серебра, разделила небо сквозь зенит. Надо мной возвышенно молчит, и внутри него идет игра. Млечный Путь, река из хрусталя, лай ночных собак посёлом, днем таким нелепым и веселым, слышим в темноте издалека. Млечный Путь, река из янтаря, стая золотых рыбешек в поднебесье. До утра свой долгий круг начертит и уйдет, когда придет заря.